Отдельно хочу поздравить выпускников конца 60-х, начала 70-х годов, с кем я лично учился в нашем училище. В то время училищем командовал генерал Табакин. Мы гордостью себя называем Табакин. Хочу поздравить с этим праздником губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича. Но не только с этим праздником. Поздравить хочу его от всех нас, ветеранов, с днем рождения. Хочу его поблагодарить за ту большую работу, которую он проводит и с ветеранами области. Смотрите, суворовцы, вот наш выпускник, танкист, курсант, также стоял на этом плацу, на этой площади, проходил торжественным маршем. Иван Александрович, губернатор Пензенской области, достиг таких высоких. Дорогие суворовцы, я хочу вас отдельно поздравить с этим праздником и сказать вам следующие слова. Вы носите на груди гвардейский знак, который мы, танкисты, передали вам и одели вам на груди. Что такое гвардейский знак? Фронтовики вам, танкисты, рассказывали, что гвардейский знак – гордость, и помните, что на знамени ваша 10-я ордена и Ленина, и Красного Знамени, и дорогие ребята, я вот понимаю, что многие из вас стремятся или хотят стать десантниками.
и все те традиции, которые завоеваны гвардейским училищем, это продолжать вам. У вас есть все. И хорошие воспитатели, хорошие преподаватели. И самое главное, желание быть действительно людьми, которые называются защитники своего Отечества. Мне хочется поздравить вас всех с этим большим праздником. И курсантов. Я не делю тут, кто офицер, майор, подполковник. Это все курсанты сегодня. На героические подвиги выпускников училища, которые с честью исполнили и исполняют воинский долг по защите нашей Родины. 99 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России. Сегодня на ближайшее будущее нам хотелось бы знать, с кем мы станем, какой будет наша страна, какие свершения ждут наше главное училище в далеком... Приказом Реввоенсовета СССР от 28 января 1924 года в Симбирской пехотной школе, одной из первых школ советских красных командиров, было присвоено наименование 12-я краснознаменная школа командного состава имени Владимира Ленина. Весной 1932 года краснознаменная школа была переформирована в бронетанковую. С 1 июня 1932 года прошлого века школа приняла первые спецнаборы курсантов и приступила к подготовке командиров танков и танковых взводов. В апреле 1936 года приказом Народного комиссара обороны СССР школа преобразована в первое Ульяновское краснознаменное танковое училище имени Ленина. Вознаменование 25-й годовщины училища за выдающиеся успехи в деле подготовки командных кадров для танковых войск и боевые заслуги перед Родиной 28 июня 1943 года приказом Народного комиссара обороны Союза СССР училище было преобразовано в гвардейское и указом танкистам-ульяновцам, установленному у входа в Парк Победы, отправляется корзина цветов.
пускай посмотрит танковый парад. Идут плечо к плечу железные машины, готовые сорваться сразу в бой. Танкисты — настоящие мужчины и выполнят страны приказ любой. И снова танковый удар, и вновь моторов рокот, но слышит командир всегда, как дышит на броне пехота. Любой рок войск — особый ранг, и воинская служба непроста. За линию караула убираем, за линию караула. Thank you.